Привет всем! С вами Бетти. Вчера я рассказала, что в Миге появился дизайнер персонажей. Но это не все обновления. Также Мига добавила новую локацию. Теперь в игре есть пиццерия. Я ее купила за 99 рублей. И идемте смотреть, что там внутри. Тут у нас вход. И стоят столики прямо на улице. На столиках есть меню, столовые приборы и вазы с цветами. На стуле есть коробочка. Давайте ее откроем. Так, это костюм мужской. Нужно его на кого-нибудь примерить. Очень симпатично. А это футболка с пиццей. Тут витрина со свежими овощами разными. А тут прилавок, где можно купить кофе, выпечку или заказать еду. На полке лежат разные фартуки для работников пиццерии. Какая-то семейная фотография. На дереве растут лимоны, и их можно сорвать. На полке есть красивые чашки, кофейник и тарелки. А это кухня ресторана. Тут готовят еду. Много разных продуктов. А также есть напитки. Тут еще какие-то продукты лежат. Вот не получается их распаковать прямо в руке у персонажа. Обязательно валится на пол. Это тележка с готовой едой. Еще я тут попыталась готовить что-нибудь, но оказалось не все так просто. В третьей попытке, соединив ингредиенты на полу, у меня получилось сделать пиццу. А вот как сделать такую красивую пасту, как у них здесь, я так и не поняла. В печи можно пиццу подогреть. На полке стоят коробки, в которых можно складывать готовую пиццу. Дрова можно тоже положить в печь и зажечь их. Этой штукой, наверное, разрезают пиццу. А это и достают из печи. Еще мне очень понравились эти соленые огурчики в банке. Вот такая небольшая пиццерия теперь есть в Миге. Мне новая локация в целом понравилась. Особенно зона со столиками на улице. А как вам пиццерия Миги? На сегодня это все. Всем пока!